Набегался, намотался. Отдохни, отдохни чуть-чуть, полежи, полежи. Ну, рассказывай. Шкодник ты. Все перевернул. Везде побегал, попрыгал. Ну, что зеркалом-то будем делать? Как ты поймешь, что там не комната? Дорогой мой. Там правда нет комнаты. Ты видишь там себя, свое изображение и меня. И продолжение. Это не продолжение комнатки. Понимаешь? Чепуль. Пальчики моем. Молодец. Чистюля ты моя. Давай, давай, давай. Хвостик хорошенько, ножки. Ай ты мой. Ну ты куда? Чип. Там нету комнаты, Чип. Я же тебе еще раз объясняю. Иди сюда. Чип. Он думает, что это комната, это зеркало. Не может понять, как туда попасть. Потому что все углы уже обшарил, а там еще непонятно. Говорит, что там за комната спрятана, думает.